здесь, наверное, мы попытались стереть вот эту грань, где здесь просто вот артистизм, а здесь технология. В этом проекте участвовало очень много людей, и была задача создать цифровых двойников, помещать человека в цифровой мир, в виртуальную реальность, скажем так. Если попытаться просто объяснить, что происходит, находятся камеры, которые смотрят, но смотрят не глазами, они не видят так, как видим мы с вами, свет, а видят они набор точек. И даже не просто видят, они отправляют огромное количество маленьких вокселей, трехмерных пикселей в секунду несколько миллионов. И прощупывают тем самым пространство вокруг, и создают объем объектов, которые находятся рядом. Безусловно, медиаискусство и цифровое искусство в России уже было в рамках отдельных биеннале, как часть экспозиции уже существующих музеев и галерей. Однако мы решили сделать это системно. Мы решили, во-первых, демонстрировать достижения мирового медиаискусства и уже в декабре покажем выставку одного известного международного художника. А во-вторых, мы решили оказывать поддержку начинающим художникам. Со следующего года у нас стартует Open Call, открытый конкурс для начинающих дизайнеров графических, для медиахудожников. А вот это тот мир, который я хотела показать, в котором вы можете взаимодействовать еще с частицами мира, созданного нейросетью. Вы можете их кидать. Вот сейчас я выйду и сдвину. Сейчас они прибегут. Будет классно. Вот, я вам кинула шарики фактически. Старается, по крайней мере, делать подкупные события, типа Петербургского экономического форума. Ну, опять же, да. Понятно, да. Я не заснимала, я просто... Возможно, да, новое современное искусство. Наверное, что-то новое людям нужно видеть, узнавать. Думаю, что это очень интересно, что это очень современно и технологично, и за всем этим какое-то будущее стоит, и все это развивается, и надеюсь, что дальше будет развиваться все больше и больше темпами. Очень необычно. Такой релакс такой приятный, совершенно новое что-то, которое я вообще никогда не видела.